цыганку вижу. В Екатерининском пруду. Ой, какая прелесть. Сегодня в парке много посетителей. Все приходят с угощением. В основном, конечно, с хлебом. Стой, давай сейчас достанем. Смотри, еще угри гоняет пеканка. Как-нибудь они там заберут. Вот, да. Вон сзади ус отрезут. Залетала в Екатерининский парк. Берем на тренировке и опять гуляю по Екатерининскому парку. Наблюдаю за уточками. Там голуби налетели. Мое внимание все на пеканку. Теперь плавают по пруду на лодках. Конечно, беспокоят уточек. Однозначно. Что сделаешь?
Ну вот и получила от угоря. Ой. Да пшено в воду бросают, для чего? Ничего страшного. Спасибо. Убирает остатки угощения. Голуби как саранча. Как их тут много. Беспокоит, и они взлетают все. Ребенка уплыла куда-либо.
и тут неинтересно.